Гость из дальнего зарубежья. Дилер. Немец. Дилер – это фамилия. Или диагноз. А это есть украинский фермер Иван. Да. Я ему сейчас продаваю свой новый трактор. О, давайте ж у ваш трактор залезем. Good? Ох, ты ж и ваши. Ёлипа. Я потом показал. Смотри, как я потом показал. Извините, ёлип, руль как по маслу идёт. Ёлки-палки, педальки вообще не слышно. Вот это машина. А этот что? А это есть кондиционер. Кого есть? На, ну не понимаешь. Приятный воздух. Good. А. Температура воздуха за бортом плюс 25, в кабине плюс 17. А кто это со мной только что разговаривает? Это бортовой компьютер. Йо! Сколько лампочек! И усі мигают. Йока, як все ж вони усі поперегоряють. Боже, Даня, ну, хотя бы ж хоть что-нибудь знакомое увидеть, Боже. Дима, о! А где у вас тут бардачок, а? Не понимаешь? Вот тупо Германия, ну. Бардачок. О, бар. Да, ласкательно, бардачок. Бардачок. Бар, это кнопка есть бар, видите? Ю. Прохладитель напитка. Угощайся. Да ну я на... Я вас хотел спросить. А? А какая ж тут шморгалка? А? А? Вас? Да что вы ко мне, не мене, не мене. А шморгалка? Ну чем заводить? Ну дир-дир. О, чем заводить? Дир-дир. Дир-дир, это кнопка, нажимай, сбитая. Ага. Good? Шо гуд? А де ж дир-дир? Пардон, теперь вы бите, брат, эту ручку на себя. Гуд? Шо гуд? Боже, испортился. Ха! Почему это на наш сарайчик побежал? Заморачивай! Не волнуйся, это не есть двигаться. Ух ты ж, Иваш, да ну тебя знал. Гуд? О чем вы говорите? Но, ты же чти, дорогой немецкий немец, что наш человек привык видеть столько лампочек только на Новый год. И то через одну. А вот шморгалку каждый день. Гей, Данил, я извиняюсь. Что? Что есть шморгалка? Да такая, ну, как, ну поверозочка такая. Наматываешь на магнит и какие... Как? О, он мой трактор, я тебе показаю. Пойдем, пойдем. Данки, это есть... Что? Это есть стальной конь марки Б. Полностью Беларусь. О! Шморгалка. Тот самый шморгалка? Сделано in USSR. Заводим, так, техника на грани фантастики. Иди сюда. Смотри, магнита. И шламоты какие. Смотри. Вовик, сколько раз тебе говорил хряпалку приварить? 25 килограмм человеку на пальчик. Сильно забомбили. Ничего, ничего. Продолжаем обучаться. Смотрите, я здесь посмотрю. Смотрите, не бойтесь, смотрите. Опа, магнита. И ты... Сразу видно, что машина работает! Залазь у середину! Ну,
Сразу видно, що ми їдем, а не саранчик. Летят перелетные птицы. Ну как нравится? Нам не нравится. Мне есть плохо. Эх, комрад, а кому сейчас хорошо? Останавливаем. Не останавливается. Да это, как вы говорите, немцы, нам пакет для коху. У нас все продумано. Доезжаем до того бетонного столба. Nein. Упираемся бампером. Nein. И стоим. Nein.